А вы знаете, что 27 мая торгово-развлекательный центр «Карнавал» станет настоящей территорией детства? На сцене третьего этажа состоится праздничный концерт с участием лучших детских творческих коллективов и научно-химического шоу. Все желающие смогут бесплатно посмотреть мультфильм «Никита Кожемяка» в кинотеатре «Киноплекс». Кульминацией праздника станет веселое шествие клоунов и праздничный салют из разноцветного конфетти. Праздник состоится при любой погоде. Мы ждем вас на «Карнавале клоунов» с 12 до 17 часов 27 мая в торгово-развлекательном центре «Карнавал».